Всем привет, с вами Ира Санкудюкова, и вы смотрите канал Bridge TV в эфире программы ТОП-10. И это значит, что сейчас вы узнаете, какие мировые хиты стали самыми лучшими на этой неделе. Приступим. Десятая строчка сегодня достается дебютанту прошлой недели Джону Мартину. На счету певца много дуэтов со звездами, но в этом году Джон наконец-то решил состояться как самостоятельный певец без чьей-либо помощи. Так что Джону Мартину с его песней «Anywhere for You» сейчас как никогда требуется поддержка. Рядом с Джоном Мартином на 10-м месте расположилась еще одна звезда танцевальной сцены – Тиесто под номером 9. Тиесто – настоящий эталон всех диджеев. На его счету рекордные сеты по 12 часов, возглавление всех возможных рейтингов и безграничное признание высшей лиги диджеев. Встречаем клип «Red Lights» на 9-м месте. В недалеком прошлом частая победительница нашей программы Леди Гага продолжает стремительно терять позиции и сегодня в двух шагах от самой нижней строчки, что, впрочем, не мешает поп-диве иметь гастрольный график, расписанный почти до конца этого года. Ну а у нас Леди Гага сегодня под номером 8. Соседство с Леди Гагой в этот раз разделяет группа Yellow Claw, которая сегодня потеряла сразу три строчки и заняла 7-е место с клипом «Shotgun». Зато это может означать однозначные перемены в пятерке лучших клипов этой недели. В прошлом выпуске Глен Моррисон чуть было окончательно не сдал позиции, зато сегодня смог подняться с 9 на 6 строчку. Что ж, судя по всему, чем скорее к нам приближается весна, тем востребованнее становится романтический хит «Goodbye», который у нас занимает 6 строчку. Друзья, вы смотрите канал Bridge TV, меня зовут Ира Санкудюкова, и в нашем чарте самых востребованных хитов мы добрались до самой середины. Пятое место достается Кеше и Питбулю, чей хит «Тимбер» не устает заряжать солнечным позитивом, независимо от времени года. Строчка выше Кеши и Питбуля прибывает дебютировавший на прошлой неделе Дюк Дюмон со своим клипом о том, как высокотехнологичные гаджеты помогают воплощать мечты. И стоит признать, для танцевальной песни такое решение куда интереснее, чем банальные кадры с вечеринками. Встречаем клип «I Got You». 4-е место. А теперь начинается самое интересное, ведь мы подобрались к тройке лидеров сегодняшнего выпуска ТОП-10. Суперуспешная британская команда One Direction все же смогла сдвинуться с 5-го места и подняться на пару позиций вверх, заняв 3-ю строчку с клипом «Midnight Memories». С чем мы и поздравляем всех фанов группы. На 2-м месте у нас Кэти Перри, которая успевает радовать фэнов по всему миру своими гастролями, выходить на подиум, выпускать украшения и, конечно же, занимать лидирующие места в чартах. Как это и произошло сегодня с клипом «Dark Horse», которая переводится как «Темная лошадка». Впрочем, эти слова не имеют никакого отношения к яркому видеоряду Кэти Перри. Крепкий дуэт Шакиры и Рианы по-прежнему не уступает никому лидерства и крепко удерживает первенство в нашей программе. В конце марта у Шакиры выходит долгожданный альбом «Возвращение». И, конечно, столь колоритная работа с Рианой лишь еще раз приковывает внимание к колумбийской поп-звезде. Друзья, на этом все. Сегодня вы услышали самые яркие хиты, покорившие мир. Встречайте весну с улыбками и под самую лучшую музыку. С вами была Ира Санкудюкова. Пока! Thank you.